Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня зуба. Сегодня у нас закончился наконец-то сезон. И мы заберем, посмотрим, каким образом здесь забираются плюшки за мастерство. В общем, поехали. Открываем бесплаточки. Бум, плюс один. 15. Интересно, в каком я там сезоне. Так, кофе мы получили, тоже неплохо. Разблокировать, попросить помощи. Так, что у нас? Смотрим рейтинги. В прошлом сезоне, как говорил, я апнул 15 109, это мой максимум. В этом сезоне я хочу попробовать уже 16 апнуть. Посмотрим, как оно пойдет. Так, это стикеры. Еще бесплатно есть. Убираем. Что у нас в магазине? Изумрудный. 120 жетонов. Два сундучка. 1300 алмазов и монетки. Интересное предложение. Копилка, как видите, у меня уже на 8000. Надо будет... открывать сундучки, добить и забрать отсюда нормальные плюхи. Так, что у нас интересного сегодня есть бесплатно? Улучшение копья. Так, за 500, ну я это даже не качаю. Заберем вот эти. Я вчера бомбы улучшил сундуха, вчера ему докачивали героев. Я перевел наконец-таки на восьмерку. Так, что у нас еще интересного? Скидывание, я не помню, на ком у меня стоит. Так, бомбы. Надо будет нитро-дробовик еще нам улучшить с вами. Так, окей. С этим мы разобрались, поехали. Персонажи. Тут самое интересное. За прохождение каждым персонажем свыше определенного какого-то количества кубков, то есть свыше 1000, вы получаете плюхи. По окончанию сезона у вас получается, скидывается прогресс до, допустим, все кубки, которые свыше 1000, делятся на 2 и пропадают. Вот, у меня был баг, кстати, интересно. Вот меня обогнали. Ну, я неделю, наверное, не играл, даже больше. В топе. Соответственно, у меня было 2300, стало там 1665. Так, идем обратно. Но здесь нету 1000, здесь нас мастера даже нету. Поехали сюда, посмотрим. Тут я 1100 был нафармил. Вот в каждом герое, видите, за прогресс вы можете получать определенные темки. Вот 500. Маску получили. 600. 25. Видите, мастер. Конец сезона через 13 дней. Через 2 недели опять будет скидка кубков. Таким вот образом, если вы апаете героя там свыше 1500, ну лучше, конечно, желательно 1000, до 2000 апать, тогда вы на 1500 остановитесь. Вот, и, соответственно, посмотрите, сколько я плюх получил с одного героя. Этот у нас был 1500, стал 1225, соответственно, здесь плюх мы, конечно же, получим намного меньше. А с этих всех мы позабираем. Таким вот образом, каждые 2 недели можно повторно получить нормально плюх и нормально получить золото, голды для прокачки. Зубки, отлично. И немножко мы их докачаем до максималочки. Так, и пандочка. И что в итоге у нас получилось? Спи неплохо, смотрите, 11 11 к, мы даже сможем, наверное, кого-то улучшить. Но я сейчас коплю все на Вака, и Никса надо будет 40 к. Поэтому ждем, когда закончится, ну, когда накопится копилочка,
Лиззи уже 5-го левела, то есть я ее качаю фактически за осколки, которые падают. За счет лиги, который я был, у меня уже по 6 осколков с обычного сундучка падает. То есть чем дальше вы, скажем так, доберетесь, прокачаетесь... Не получилось немножко ее убить, но маловато у нас еще силушки, но как видите, дамажит она реально очень хорошо. Надо будет 1000 апнуть на этом персонаже в этом сезоне, и цель у нас будет уже 16к. Подстрелил. Посмотрите, как падло. Ну, у нас есть подхил. Вот чем нравится этот персонаж, реально очень хорошо то, что сделаем ему подляночку. Ой, кто это там у нас в кустиках затаился? Вот видите, как кайфово подбивает. Дальность атаки, кстати, у персонажа вообще обалденная. Так вот, и вот образом разбирается. Жалко, не замедляет. Позе. Было бы прикольно. Конечно, баки меня могут разобрать. И, в принципе, разберут с одного залпа, поэтому будем с вами сейчас... Так, там еще и фазе есть. Будем пробовать продержаться до последнего. Наверное, кого-то встретим в кустиках. Нормас. Давайте, ребятушки. Вот так вот, изи просто. Топ-1. Та-дам! Как видите, персонаж реально очень-очень даже хорош. Так, бронзовый сундучок, и получили мы новый стикер. Так, расклад, что у нас тут? Плюс 6. Где-то и осталось, видите, остался я в лиге. Или оно еще не обновило? Не, плюс 6. 13700. Понял. 13300. А, оно оставило. Оно скинуло у нас лига 14. 13-я лига, да. Good. Следующая тоже плюс 6, плюс 6, плюс 7, уже начиная практически с 20к идет. На 20к это надо дротить и дротить сутками. Но это еще пока нереально. Вот это то, что они здесь, до 30 легендарный ящик. Я не знаю, 30к нафармить, это, конечно, жестко. Легендарный содержит 6800. Это обычный донатный за 1500. Мы их тоже потом позабираем, как-то бьем копилку. Так, ну, в общем, вот такие вот, ребятушки, дела.
по чуть-чуть качаемся, копим. Ну, в принципе, неплохая прибавка за мастеров. Если вы апнули свыше 1500, вы нормально получаете прирост с героев. Все, пишите комменты, ставьте лайки, играйте в зубу. Реально веселая фановая игра. Не знаю, мне она заходит больше, чем Brawl Stars. Всем удачи, всем пока.